не получилось, но получилось приехать в баню! Это лучше, чем студия. Ну, имеется в виду, париться лучше в бане, а не на студии. Когда на студии паришься, получается хуйня. Пизда тебе, бассейн. Сейчас я напарюсь и... А вы знаете анекдот? Короче, купаются два гея или один. Ну, один гей говорит... Ну, короче, там надо было быть. Ребят, ну это очень глупый вопрос. Все в мире знают, что самая лучшая еда в мире – это пельмени. Пельмешки! Знать нужно. Кто самый лучший в мире? Это, конечно же, Васабро 666. Васабро 666. Лучший. Чем он занимается, никто не знает, но он просто пиздец какой охуенный. Все, мы вышли из парилки. Русский народный рейв мы уже записали, так что скоро он выйдет. Под последним постом давайте покажем, как, насколько он вам нужен. Пишите, выпускайте русский народный рейв! Ребята, я не понял вопроса. Что это за вопрос? Почему мы должны верить, что ты самый сексуальный мужчина в мире? Камон, алло, вот это видишь? Что это, по-твоему, если не самый сексуальный мужчина в мире по версии всех журналов? Реально, давайте под последним постом пишите комментарии, выпускайте русский народный рейв и посмотрим, насколько он вам нужен. Уточняю, писать под последним постом, где я с мужиками в бане. Сейчас я с бабами. Пишите, выпускайте русский народный рейв. Давай, пиши! Ну, пожалуйста, напиши. Я с самого детства ем грибы. У меня мама очень сильно подсадила на них. И маслята – это вышка, вышак. Вилкой в глаз или в жопу раз? Значит, возьму вилку точеную и срежу жопу дроченую. Правильно? My Love, мы попробуем записать к альбому, но не знаем, получится или нет. Так что обещать не буду, но мы постараемся его сделать. Если не получится, то извиняйте. А так, да, мы попробуем.